Батик, гобелен, валяние, лоскутное шитье, вышивка и декупаж. Авторы этих работ – барнаульские школьники. К такой масштабной совместной выставке они шли целый год. Работа строилась следующим образом. Мы выполняли эскизы, выполняли карандашом сначала, затем гуашью в цвете, и затем переходили на ту технику, которая более по нраву ребенку. Каждому индивидуально мы подбирали ту технику, в которой он себя лучше чувствует. То есть в процессе учебы в течение 5 лет мы осваивали со всеми ребятами все эти техники, и каждый к финишу выбрал то, что ему больше понравилось. В детской картинной галерее «Лукоморье» выпускники второй художественной школы заняли 2 выставочных зала. Здесь более 120 работ, выполненных в разных техниках и жанрах. Алтайские вершины, выполненные в технике коврового ткачества. Эта работа большим вниманием пользовалась на выставке, на открытии городской набережной. И очень многие восхищались вот именно применением фактур в этой технике, интересовались, насколько длительно это выполняется. Оценить детское творчество можно в галерее по адресу Юрина 210 до конца лета. Вход свободный. Татевик Геворгян, Алина Паутова, Анатолий Фукс. Новости.